После патриотов, я думал, что смогу уйти с поля боя и вернуться к нормальной жизни. Сделали так много за эти 3 года. Не без помощи сильного лидера, сэр. Нет. Все благодаря воле сильного народа. И одному очень способному советнику. Спасибо, сэр. Ваша команда оправдала свое высокое звание. Мистер Лайтинболт. Мы просто выполняем нашу работу, премьер-министр. Должен признаться, раньше я думал, что такие, как вы, могут лишь разжигать войны. Но вы хорошо подготовили нашу армию и смогли восстановить порядок очень быстро. Возможно, я все же ошибался насчет этих частных военных компаний. Мы предпочитаем называться частное охранное агентство, сэр. Большинство контрактов Маверика сконцентрировано на безопасности. Да, безопасность подразумевает под собой многое. Я люблю цитировать одно выражение. Один меч держит другой в ножнах. Иногда угроза насилия может оказаться сдерживающим фактором. Иногда, забирая одну жизнь, мы можем сберечь множество других. Это кодекс, по которому жили самураи. Солдат и философ. Вы полны сюрпризов, мистер Лайтинболт. То же самое могу сказать и про вас, господин премьер-министр. Что случилось? Кто-то заблокировал головному броневику путь. Подождите. Прочь с дороги! Это дело государственной важности! Я сказал, прочь с дороги! У нас есть указание применять силу, если ты не... Порт 1, разворачиваемся, отходим. Открыть огонь! Кто это был? Киборг. Один из наших конкурентов? Кортни, что происходит? Нас напали, сэр. Это Киборг. Эй! Он не поддается опознанию, Иксив. Я предупрежу все посты. Вывозите Энмани оттуда. Так точно. Мы все скоро умрем. Успокойся. А вот и его друзья на 12 часов. Райден! Я разберусь. Защищайте премьер-министра.
Давайте покончим с этим. Остановись! Так ты Джек? Что тебе нужно от премьер-министра? Я хочу его смерти. Ничего личного, конечно. Просто Африка становится слишком мирной. Что? После падения системы Сына Патриота бизнес стал уже не тот, что был. Полностью разорвать с военной экономикой? Что ж, некоторым из нас нравилась эта экономика. Так как же теперь честному наемнику зарабатывать себе на жизнь? Так это твой ответ? Не делай этого! Не беспокойся, я и не собирался. До тех пор, пока он нам нужен. Пока что. Используй модификацию клинка, чтобы повредить его броню. Останови это лезвие! Да-да, кромсай его на части! Очень хорошо. Но не думай расслабляться сейчас. Он с другой стороны за этим разрушенным зданием. Вперед! Там, хватай его! Используй свой бег ниндзя, чтобы автоматически преодолеть препятствия. Не дай ему уйти из поля зрения, ты должен схватить его. Этот проклятый Джи, он все еще работает? Прикончи этого ублюдка!
Что за... Проклятие! Премьер-министр! Поздно, герой. Слишком поздно. Мне больше не понадобится мой маленький защитник. Стой! А что насчет всей пользы, которую нам дала война? Почему мы не слышим речей по этому поводу? Работа, технологии, общие цели. Райден, не думай обо мне. Останови их. Ты не слушаешь. Не возражаешь, если я вмешаюсь? Все, что мы хотим сказать, дайте войне шанс! Нет! Убирайся с дороги! Он весь твой, Сэм! Поехали! Да ты самоучка! Не так уж плохо! И все же... Твоей технике не достает чего-то. Теперь я вижу. Ты отрицаешь сущность своего меча. Твой меч должен купаться в крови твоих врагов. Но ты не даешь ему этого. Нет. Мой меч — это орудие справедливости. Черт, только не опять! Райден, ты в порядке? Вот что происходит, когда ты приносишь оружие на поединок. Это конец! Is
Везучий черт! Заждался? Сейчас собью! Тепловые ловушки!